Всем привет! Сегодня с вами снова Марина Петрушенко, и мы приготовим картошку с куриными бедрами. Для приготовления нам потребуется 650 грамм бедер, я уже без кожи их взяла, на одной маленькой косточке. 1 килограмм картофеля, 2 чайные ложки соли, 2 чайные ложки приправы для курицы, 3 столовые ложки подсолнечного масла. В чаше смешиваем не очень крупно порезанный картофель, соль и приправу для курицы, столовую ложку масла, чтобы легче распределить соль и специи. Все хорошо перемешиваем. Оставляем мариноваться курицу и картофель минут на 15-20 при комнатной температуре. В чашу мультиварки наливаем 1-2 столовые ложки масла. На дно на масло выкладываем курицу, желательно в один слой. Курицу выкладываю таким образом, что косточка находится сверху. Сверху на курицу выкладываем картофель. Жидкость не выливаем. Закрываем крышку мультиварки. Готовить буду в мультиварке Red Solution Color Cook 88 на режиме выпечка 45 минут. Через 25 минут необходимо все перемешать. Можно готовить на режиме мультиповар 130 градусов, также 45 минут. Прошло 25 минут. Аккуратно переворачиваем, чтобы курица оказалась сверху, а картофель снизу. Как вы видите, курочка с одной стороны успела зажариться. Закрываем крышку мультиварки и оставляем доготавливаться. Общее время 45 минут прошло. И картошка, и курица успели приготовиться. Обязательно при подаче на стол посыпаем свежей зеленью. Картошечка снизу тоже, смотрите, успела слегка поджариться, но нигде не пригорела. Готовое блюдо посыпаем свежей зеленью, идеально подойдет укроп. Картошка получается сочной, пропитанной вкусом и ароматом курицы и специй. Курица тоже успела приготовиться и получилась очень нежной. Второй рецепт. Приготовим куриные бедрышки с капустой и рисом. Для приготовления нам потребуется 700 грамм куриных бедрышек, у меня получилось небольших 6 штук. 500 грамм капусты, 1 мультистакан длиннозерного пропаренного риса, можно взять просто длиннозерный, это 130 грамм, небольшая луковица весом 120 грамм, 60 грамм томатной пасты, чайная ложка сахара, 1,5 чайные ложки соли, 2 чайные ложки приправы для курицы, 1/3 чайной ложки сухого чеснока, 200 мл холодной воды и 3 столовые ложки подсолнечного масла. С курицы снимаем кожу, добавляем специи, соль и сахар, томатную пасту. Все хорошо перемешиваем. Сюда же добавляем капусту, еще раз перемешиваем. Осталось все выложить слоями. Наливаем масло. Далее выкладываем мелко порезанный лук. На лук выкладываем кусочки курицы. Не беда, что будет попадаться и капуста. Это одно блюдо. На курицу выкладываем промытый рис. Выливаем 200 мл холодной воды. Поверх выкладываем капусту. Закрываем крышку мультиварки. Готовить буду в умной мультиварке Sky Cooker M800 от бренда Red на режиме тушения 50 минут. В других мультиварках, возможно, придется увеличить время приготовления до 1 часа 15 минут. Время истекло. Блюдо готово. Осталось все хорошо перемешать и можно подавать на стол, украсив зеленью. Простое в приготовлении, но при этом очень вкусное и сытное блюдо получается. Огромное всем спасибо за лайки и комментарии. Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о новых рецептах. Всем приятного аппетита и до новых встреч!